На конкурс «Дети читают стихи» Махова Валерия, 5 лет, город Новотроицк. Андрей Дементьев, баллада о матери. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что беет, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их, то дальнее село, мальчика без усов не пришло. Раз всего прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал.